Добрый день, девочки. Ну, знаете, я уже говорила о том, что есть такие затасканные принты, что ли, узнаваемые, да? Я вообще не сторонник таких принтов, которые, знаете, вот они выстрелили, типа лимонов, типа, что там, яблоки были, да, у Dolce & Gabbana. Я всегда была против, потому что, ну, это какие-то принты односезонные. Но есть такие принты классические, которые вот я в них влюбляюсь, и мне все равно, узнаваемые они или нет. Так вот, в недавнем видео о стиле Ксении Собчак, там у нее была блуза вот из этого принта, это Гуччи. Вот, я вспомнила, и она, видимо, вспомнила, что у нас есть блузка. Так вот, я своим клиентам, ткань была дорогая, это натуральная шерсть, я помню, я взяла клиентке и взяла себе. Ну, экономила, потому что дорогая, и получилось клиентке, значит, костюм полноценный, а мне что осталось? Ну, мне как, Анаит. И я решила, что нет, я все-таки что-то сделаю себе. Анаит, то есть. И нашла у себя в остатках вот такую однотонную шерсть. Она тоже была в кусках, тоже это давнишняя ткань. Посмотрела, что идеально по цвету подходит. В общем, вся эта сорочка или куртка, или блузка, она вся из кусков. Но вот смотрите, даже здесь один рукав полноценный, то есть, ну вот здесь он двухшовный, здесь вставка из светлого, а вот здесь, смотрите, я подобрала, и здесь вот кусочек доточенный, ну видно? Нет. Не видно, да, вот смотрите, девочки, так вот идеально я подобрала все эти полосочки, что получилось, будто бы так и надо. Дальше, здесь вот такой манжета, вот смотрите, какой формы она, ну вот лепила из того, что было. Двойной здесь вот, кстати, по типу запонки, вот так вот кнопочки, и кнопочек я взяла вдоволь, оптом, вот такие кнопочки, сеточка, мне нравится. Так, потом сделала кокетку, ну и чтобы оправдать все эти куски, сюда, видите, вставила еще и полосочку вот этого вот, этих зигзагов, планка, а и здесь, видите, и здесь кусочков все. Ну вот так из кусочков, но вы знаете, такие вещи становятся любимыми. Вот так выглядит спинка. Фото мы вставим там, где Анаит в этой блузе. Вот. Получилась любимая вещица. Что вам здесь показать? Ну, основное то, что это все из кусков. Воротничок по моей технологии. Вот, видите, все здесь четко, аккуратно. Смотрите, здесь нижняя часть воротника переходит в качестве бейки, отделки на верхнюю часть воротника. Очень симпатично все получилось. Ну, вот так вот бывает, что лежит кусочек, я имею в виду вот этой светлой шерсти, в нужный момент пригождается и получается интересная вещица. Это к вопросу о том, что кусочки пригодятся, и если очень постараться, то можно изобрести что-то интересное. Я надеюсь, что вам тоже понравилась вот такая вот сорочка. Но она уже давнишняя, ношенная, стиранная, девочки, поэтому, ну, можно ей дать уже вторую жизнь. Тогда вот, поскольку это было, вот этого принта было много, да, и уже как-то примелькалось, и сейчас можно все носить по новой. Так, это относится к тем вещам, с которыми нам очень сложно расставаться, любимые вещи. Ну и в продолжении этого влога, девочки, вот еще один журнал свежий, который мы купили, да, это называется «Лучшие Бурда». Здесь брюки, шорты, комбинезоны, весенние, летние хиты для работы и отдыха вам и вашему спутнику, вот как. Картинка мне нравится, посмотрите, какая весенняя расцветка брючек. Белая сорочка, девочки, не перестаю. Вот сегодня мы смотрели обзор Мурадовой, да, и она там сидит в белой сорочке. Как же это красиво!
Непременно шьем себе белые сорочки, всякие разные. Обратите внимание, что в этой белой сорочке воротник, видите, большой такой верхний воротник. И очень красивый цвет жакета. Так, ну давайте, здесь, видимо, жакетов не будет. Здесь все о брюках. Любители брюк. Вот смотрите, можно взять этот журнал, делать макеты. Пробовать. Сажать на себя макеты, опять же, корректировать, как я показываю. И на канале есть корректировка, джинсы мы там шили. И в любом моем курсе по брюкам, и в волшебных стежках, и в группе капсула, и в группе офис, везде есть брюки и корректировка. Кстати, вот ровные брюки на кокетке с карманами отличные. Так они выглядят. Вот опять же скажу о том, что, девочки, если вы хотите, чтобы вот эту вот зыбкую зону никто не критиковал, то делаем классическую посадку, и все будет хорошо. Мешковато, на ваш взгляд, но зато это классический, и это можно открывать. Так, а тут что даже? А, это комбинезон, да? Ну, для лета, для отдыха, почему нет? Отличный комбинезон, расцветка красивая, картинка красивая. Так, что тут у нас еще есть тут? Тут интересно, видите, картинка и сразу описание. Брюки-кюлоты. Ну, не знаю, девочки, вот эти кюлоты вряд ли, конечно, украсят ваши ноги. Видите, вот эти горизонтальные полосы, ну, на удивление, вот это мне не нравится. Эта картинка меня не вдохновляет. Перемудрили. И вот эти вот бесконечные, и еще они и короткие, если были бы они хотя бы длинные, все равно избегайте вот таких вот принтов. Ну, а сами брючки, кюлоты как кюлоты, в общем-то. Это джинсы, я так поняла. А где картинка джинсов? А, это мужские брюки из льняного полотна. Я знаю, что многие наши девочки шьют мужьям. Вот, пожалуйста, и для мужчины здесь есть такой вот комплект. Ну, а что, современный красивый комплект для отдыха. И цвет льна мне нравится. Очень нравится мне комплект. Так, дальше а что? Мужчина. А тебе мужчина нравится? Ну и мужчинчик хорошенький. Зачем будем отрицать? Так, это что? Это у нас такие вот, пожалуйста, из твида, да? Ну, у Анаит есть из твида шорты, правда, на подкладке. Отличные шорты. Нигде они не растянулись, нигде они не вытянулись, нигде они не полезли. Вот, боятся девочки из твида шить. И, кстати говоря, мы говорили про брюки из твида. Я вспомнила, что Анечке, клиентке своей, я шила из хлопкового твида летние брюки. Они были у нее самые любимые. Так что шейте брюки. Единственное, не надо делать их в обтяжку. Должна быть свобода, чтобы не было потом проблем. Молодцы. Вот, видите, все полосочки подогнали. Ну, любо-дорого посмотреть, правильно? Не то, что голландцы. Так, что здесь? Здесь брючки с лампасами. Ну, опять вот эта вот история, которая ушла уже из моды, девочки. Ну, только самые модельные могут себе это позволить, вот это все на талии. Лампасы остаются в моде, оказывается. Кто еще не успел? А вот эти брюки мне нравятся. Они прям широченные, из такой ткани легкой. Это может быть этот штапель, девочки. На лето обалденно. У тебя, помнишь, я тебе очень часто молодость, извините, в твоей ранней юности я тебе очень часто шила такие брюки. Ну, кстати говоря, мне даже вот это нравится. Мне даже нравится то, что и вот и. Ну, девочки, нравится картинка. Вот я не могу понять, почему что-то не нравится, а что-то прям нравится. И вот знаете что? Помните, я говорила по поводу, как соответствует порода одежде? Вот здесь... Вот этой породистой девушке с какой-то, знаете, с какой-то загадкой идет этот стиль. Вот видите, есть же, вы понимаете, о чем я говорю. Есть такой момент, когда одежда не соответствует, как бы не то чтобы статусу, и статусу тоже, а фактуре не соответствует. Смотрите, здесь эти брюки со складкой, они на кокетке, отличная выкройка должна быть. Это юбка-брюки. Кстати, это сейчас очень модно. Я так поняла, что все прям, вот, судя по магазинам, все прям в восторге от юб. Так, я шила такую нужно подобную. Шить. Да, нужно шить. Нужно прям-таки шить. Так, что дальше у нас в этом интересном
Журнальчики. А это уже облегающие брюки, это дамские брюки, джинсы. Вот, пожалуйста, девочки, пробуйте. Возьмите этот журнал, купите один журнал, возьмите старые простыни и пробуйте, стройте макеты, найдите то, что вам нужно. А вот здесь вот, вот это бы уже критиковалось бы, ну, например, в модном приговоре, да? Ну, какой-то такой абсолютно... Картинка соответствует всему. То есть вот так вот на даче можно замечательно ходить. Так. Что здесь еще есть? Укороченные брюки. Я тут ничего не пропустила. А, пропустила. А вот эти же брюки, но это нет. Это другие брюки, тоже широкие, но там другой был силуэт. Даже у меня такие были брюки в молодости. Так, ну тут, конечно, они это очень постарались. Понятно, что это какой-то деревенский стиль. Тут и жилетка в народном стиле, тут еще вот это макраме добавлено. Давайте не будем все это повторять, но брючки сами по себе хороши. Так, это вот этот комплект. Мне эти брюки нравятся. По посадке они замечательные. И по длине они замечательные. И вообще вся эта картинка мне очень нравится. А брюки пробуйте, девочки, пробуйте, сажайте, корректируйте, добивайтесь. Это комбинезон, полукомбинезон с бретелями-завязками. Ну, такой вот отдыхательный стиль, почему нет? Так, а вот видите, какая застежка какая-то интересная в брюках. Брюки-кюлоты со складками на поясе. Ну, из льна, почему нет, на лето? Немножко мрачновато блуза к этому, как-то она бабистая какая-то, извините. Вот эта вот блузка к этим кюлотам. Зато посмотри, какая здесь обувь подобрана. То есть вот это мне все нравится, а верх обычная футболка или майка. Это мужские брюки карго с большими карманами. Я думаю, мужчины ваши были бы счастливы, если бы вы им соорудили такие брючки. Тоже мужчинчик симпатичный. Угу. Улыбается. Да, чего ж не улыбаться в таких-то штанах? Правда, жена будет не очень улыбаться, когда увидит, что это все надо стирать. Ага, вот они. Мы с Анаит тут. Вы знаете, что я посмотрела, что некоторые дамы очень любят такие брюки, хотя их нещадно критикуют все модные критики и правильно делают, потому что если вы хотите выглядеть изящно и женственно, то это, конечно, не ваша тема. Но вот все-таки нашим женщинам, особенно за 40, приятно, я их понимаю. В определенном возрасте тебя раздражает что-то, хочется двигаться легко, свободно. Вот в этих брюках ты можешь двигаться как угодно. Я-то, знаете, если я, наверное, Анаит сюрприз все-таки преподнесу, мне просто интересно, как я буду. Я не представляю себя, вот честно не представляю. Я тоже. Но дома я могу в них ходить, в конце концов, перед папой по лестнице подниматься в таких-то шальварах. Вот он порадуется. Поприкалывается. Да. Ну, девочки, ну мне, не знаю, попробуйте. Я знаю, что среди вас много таких любителей. И даже некоторые стильные дамы себе вот позволяют вот такие вот. Поэтому, очень девочки, сильно. Шальвары асимметричного кроя. Асимметричного кроя. Попробуйте, любительницы. Попробуйте хотя бы для дома. А если понравится, то почему и не для дома. Ну вот они как. Ну, это она неудачно стала, дочка. Она просто стоит неудачно. Ну, как будто... Нет, вот не надо ассоциаций. Ты как будто... Пока еще нет. Не до такой степени. Так, мы, конечно, болеем, но не так радикально. Девочки, вот смотрите, к подросткам, мамочки подростков, девочек, я так думаю, вот кто приобрел себе такую обувь, то эти брючки не будут лишними. Это альтернатива всяким футерам, да? Хорошие брюки. Джоггеры, это те самые брюки-джоггеры с манжетами, девочки. Вот они, пожалуйста, попробуйте. Мне кажется, и объем нормальный. Угу. Все-таки, согласись, чрезмерный объем, он... А здесь вот отличные брючки, отличные, значит, майка под них и вообще весь комплект, и жакет. Сейчас молоденькие девочки, подростки, мне кажется, только поприветствуют, если вы им привьете, во-первых, вкус к жакетам,
поскольку жакеты уже стали самым, наверное, популярным и любимым видом одежды. Mm-hmm. Поэтому девочки, мамочки подростков и сами тоже мамочки, пожалуйста, отлично, все от и до, от, начиная от обуви. Но я, правда, небольшой спец, вот это ли в моде или чуть другое в моде. Ну, вот такая спортивная обувь. Сейчас более изящно, все-таки кеды. Опять такие. Более изящно. А таким девушкам, как я, ростом. На платформе ты имеешь? Конечно, вот буквально эти 3-4 сантиметра, ты уже себе кажешься прям Ириной Шей. Как минимум. Девочки, так, ладненько, что тут у нас? А, ну вот этот комплект, это шорты, это оно тоже есть, да? Ну и шорты, ну кому они повредят? Они должны быть. Тут, видите, весь такой комплект. В общем, я так считаю, что вот этот журнал для молодых мамочек и для их девочек-подростков самое оно. Скоро наша Сатюша будет пробовать. Кстати, Лиле можно что-то сшить из этого журнала. Ну все, девочки, я надеюсь, что мы вас немножко повеселили. В основном мы, конечно, старались полезное преподнести, ну и чтобы настроение. Вот смотрю на весеннюю, что-то мне это в японском стиле напоминает. Вот это все Япония. Сакура, да? Mm-hmm. Вишня цветущая. Настроение у нас замечательное. Мы надеемся, что и у вас такое настроение. Все у нас будет хорошо. Будем создавать красоту. Радоваться и радовать. Ну, всего доброго. Mm-hmm.